Сделать ремонт в квартире всегда было довольно дорогим удовольствием, а в условиях обесценивания тенге и вовсе это стало многим не по карману. Если на лакокрасочные материалы, штукатурку и инструменты цены пока не изменились в связи с наличием товара на складах, то стоимость обоев и линолеума увеличилась на треть. Подорожание произошло на обои примерно на 20-30%, на потолочные галтели, на линолеум 20%. Подорожание в связи с тем, что доллар поднялся, нам поставщики подняли цены. На какую процентовку они поднимают нам товар, на такую процентовку мы делаем здесь цены. Изменились цены на продукты питания. В основном подорожал импортный товар от 5 до 15%. Выросла стоимость и некоторых казахстанских продуктов. Так, цена на сахар увеличилась с 173 до 210 тенге за килограмм. Также отмечается небольшой рост на хлебобулочные и молочные продукты, в том числе и производимые в Темиртау. По словам администратора магазина, подобные ценовые изменения вызывают у людей недовольство. Люди жалуются, что цены поднимаются. Мы им объясняем ситуацию, что это не зависит от нас. Мы бы, если бы могли, мы бы задержали цены. Но так как они поднимаются у поставщиков, естественно, поднимаем цены и мы. Подскочила цена и в магазинах бытовой техники. Так, в крупных торговых домах стоимость на электронику выросла до 30%. В небольших же магазинах бытовая техника пока не подорожала. Но, как отмечают менеджеры, это ненадолго. Пока не изменились, потому что мы продаем старый товар, который мы покупали до этого. То есть, как бы, если будет новый привоз товара, он будет уже по новым ценам. Сейчас склады закрыты, то есть товар пока остался старый. Как будет новый привоз, пока товар не ожидается. То есть там уже цены подрастут. А вот недвижимость в Темиртау упала в цене. По словам риэлторов, из-за резкого роста курса доллара стоимость квартир подешевела примерно на 30%. Но это если только производить расчеты в иностранной валюте. При расчетах в тенге цена не изменилась. Нельзя продать квартиру, которую оценивали до 2014 года, первой волны девальвации, грубо говоря, 50 тысяч долларов. И представьте себе стоимость на сегодня 50 тысяч. То есть это несоразмеримо. То есть это не, совершенно не относится к реальной рыночной стоимости на сегодня за то, что люди бы купили. И вы не купите за такую, и я не куплю за такую, потому что я понимаю, что курс доллара по отношению к тенге совершенно другой. По словам руководства отдела предпринимательства, цены на товары и услуги в Темиртау хоть и подорожали, но не критически. Говорят, казахстанский рынок на сегодняшний день испытывает глобальные изменения, и избежать подорожания невозможно. Тем не менее, чиновники стараются не допустить дестабилизации экономики. На рынке есть свой механизм сдерживания цен, свой механизм урегулирования цен. Это конкуренция. Конкуренция на сегодняшний день – это единственный такой действенный, способный механизм сдерживать цену, который именно тянет цену вниз. Я считаю, что вот эти два фактора – обращение государства, проводимые государственными органами мероприятия, а также конкуренция, они будут держать цену более стабильной и приемлемой для жителей города Темиртау. Между тем, на сегодня курс доллара впервые снизился до 270 тенге 11 тиин после того, как Нацбанк решил провести интервенции. Сейчас государство выливает миллионы, чтобы хоть как-то стабилизировать доллар. Ведь именно колебания иностранной валюты стали причиной нестабильной стоимости многих товаров и услуг в Темиртау. Искандер Байкенов, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.